Всем привет, с вами снова Эпикл Хилл Райхигаши. Мы продолжаем Амнезию Призрак Прошлого проходить. Великолепная игра, очень хорошая, пока что запутанный сюжет и... Так, нам сюда. Главная фишка, что наш главный герой очень нервный, и он без света ему вообще страшно находиться, и нам приходится зажигать. Тихо. Подняли масло, все спокойно, успокойся. Вот, нам приходится зажигать свечки, свет, чтобы у него был постоянно. Что это? Молоток. Отделы человеческого черепа? Ну-ка, давайте посмотрим. Так, это как череп, значит, отделять, а нет, разделять. Отлично. Важнейшее открытие в анатомии человека. А можно почитать? Нельзя, жаль. Жаль, гады. Баланс человеческого тела. Ну да. Челюсть собаки. А они что, тут человек с собакой, что ли, скрещивали? Ну или пытались, не знаю, шить вместе, не? По той крови, которой залит этот стол. Позвоночник собаки, ну что-то да, что-то похоже. Посмотрим, что можно сделать. Башка собаки. У него флешбэк такой опять. А почему нет субтитров? Надеюсь, вам слышно. Я чувствую его. Вещество тут есть. Вещество? Какое вещество? Чем он вообще? Наверное, сейчас мы почитаем. Эксперимент на животных. Конец импроса фамиралис. 12 апреля 1658 года. После небольшого исследования очевидно, что и собака испытывает возбуждение подобному человеку. Страх и боль вызывает стресс, который в свою очередь высвобождает бешеную энергию в животном. Полагаю, катализатор процесса создается в мозге. Трудно сказать, что это и где оно расположено, ощущаю вещество, которое выходит в тайне сотворения всего сущего. Собрать эту энергию проблематично, ведь животные погибают в результате опыта. Необходимо усовершенствовать пытки, чтобы польза была неощутимой. Нужно больше экспериментов, но, судя по всему, только человеческие особи могут вырабатывать достаточное количество энергии. Возможно, это связано с тем, что они осознают всю жестокость экспериментов, и их страх многократно усиливается. Понятно. Ну, тут мало того, что здесь сферы, так тут еще и сумасшедшие были. Ну, что, бывает. Нормально. Птица зачем-то, как бабочка пригвозденная. Пригвожденная, я не понимаю. Такая глупость вообще. Ладно, стул в дверь ставим, типа, что мы тут были. Да уж, не очень охота идти дальше, но нам придется. Чит-портрет. Трудности с анатомией. 9 января 1658 год. Вновь разочарование. Последние находки антиквара оказались бесполезны. Я все еще не в силах постичь внутреннее устройство живых организмов и его связь с твоей ноги, что я ощущаю. Будто вновь читать книги, но подозреваю, что толку не будет. Исследования подобных моему никто не проводил, так что придется мне самому запомнить эту брешь науки. Очевидно, что люди выделяют больше нужной мне энергии. Надеюсь, животных будет достаточно, их куда легче добыть. А может, тебе энергия в башке, тебе псих лечиться надо? Что это, строение... Строение человеческой ноги? Ну, видимо, да. Это что у нас? Легкие, да? Статуя. Зловещая статуя. Согласитесь. Офигеть. Черепа в ящике стола. Кто их мог складировать, интересно? Сколько разных черепов? Ну ладно.
Может зажечь свет или пока не надо? Что это за крики, визги с псов каких-то, не знаю. Трутницу взяли, отлично. Еще одна статуя, блин. Ставим стул, что мы тут были. Чтобы не запутаться. Вот и зажгем одну свечку хотя бы. Завал, да? Завал. А зря, можно сказать, свечку зажигали. Думаю, что масло надо в лампу добавить, там оно кончилось, тем более. Да уж. Тут как-то переплетается все. Сумасшедшие какие-то хозяева, которые ставили что-то. Какая-то энергия. Собаки какие-то. Ух, вообще ужас. Похищение людей. Хотя тут я что, не был, что ли? Нет, тут книжка лежит, значит, был. А просто не было стола. Стула. Подходящего. Сундук Герберта был обвязан веревкой, замок был сломан. Воры, подумал он. Вряд ли там что-нибудь осталось, учитывая, через сколько рук он прошел. Может быть, а может быть и нет. Прекрасный фонтан с половиной человеческого тела. Супер. Гостиная. Он попытался собрать осколки, но они изменились, словно песчаные дюны, медленно и незаметно. Ну да. Пустыня же всегда двигается. Что? Дневник пропал. На кой черт он им понадобился? А, дневник его украли. Ясно. Не могу посмотреть, что там есть, мешает эта штучка. Ну почему не могу лампу взять и отодвинуть? Или кресло? Ладно, не важно. Берем стул. Спокойно. Не бойся. Все перерыто. Видимо, он дневник свой искал. Ящики аж выкидываются просто. Отлично. Постой, купиума. Очередная записка. 1830. Слушай. Сегодня получил письмо из алжирского губернаторства. О судьбе экспедиции Герберта. Через неделю после моего возвращения Абдулла, один из наших наемных, пришел из пустыни. На нем были тяжелые раны, словно от когтей льва, и он бессвязно бормотал, что нечто ужасное напало на экспедицию. Французы немедленно отправили туда поисковый отряд. Через пару дней они обнаружили лагерь, но никаких следов Герберта или его людей там не было. Завтра я пойду в таможенное управление и заберу вещи, оставшиеся в лагере. Чертовщина какая-то. Что там могло случиться? Ясненько. Ну, постепенно становится ясненько. От этого ясненько, правда, не становится легче. Масло. Отлично. Разлетелось классно. Давайте поставим ящик сюда. Типа плана потом поставим. Мы тут что были? Камин. Картина. Разбитое что-то. Возможно, зеркало. Шкафу чистые рубашки белые.
Простите. Прости. Ничего полезного. Кровать. Очередной флешбэк. Даниэль. Что? Все мучаешься от кошмара, да? Не могу избавиться от них. Снятся каждую ночь. Они пройдут, вот увидишь. Как кошмары какие-то, которые снятся каждую ночь. Оба. Мы нашли лом. Не знаю, зачем он нам, но... Возможно, он нам пригодится. Кровь. Или вино. 3 июля 1839 год. Сегодня я забрал вещи Герберта. Перерыл гору документов, что были у него с собой, и нашел отчет об экспедиции. Там были и сухие заметки, и красочные описания некоторых событий. Я пролистал отчет, пытаясь узнать, что произошло. 17 мая, в тот день, когда я был заперт в зале со сферой, Герберт написал: «Даниэля вытащили примерно через час». Невозможно, ведь я начал задыхаться уже через пару минут. Как я мог продержаться там час? Я продолжил читать. Герберт обычно писал сухо и без эмоций, но вдруг в его записях стало чувствоваться отчаяние. Наемные, которых он отправлял на исследование гробницы, похоже, постепенно теряли рассудок. Арабы стали безумны, и Герберту пришлось пойти на крайние меры. В итоге он сам спустился в гробницу и вынес оттуда сферу. Не понимаю, как такое возможно. Если сфера у него, то что за осколки у меня в кабинете? Дурдом. Вернее, не дурдом, но все очень-очень странно. Все ужасно странно. Мы взяли ломик, ладно. Возможно, этот ломик нам пригодится. А, так мы уже тут смотрели. Ну и ладно, еще разок на всякий случай. Кладем сюда стул. Мы тут были. Что это за... Заперто, не открывается. Ну, ломик, видимо. Так, а ломик мы потеряли, нет? Оба. Ключ. Чего? Он был на месте. Ключ. Гостиная спрятала важный ключ. Ясно. А рубашки мы тоже можем трогать, что ли? А нет, ящики. Думаю, мы нашли хорошее место, да? Спокойно, сидим в шкафу, не дергаемся. Просто сидим в шкафу и не дергаемся. Другого места тут не было. Сидим и ждем. Нет, он что-то открывает. Он что-то открыл. Он ушел? Прикроем дверку. Так, может, под рубашкой тогда что-нибудь, нет? А вот на ключ, скорее всего. О, слава богу, он здесь. Похоже, тайник действительно неплохой. От машинного отделения ключ.
Он этот шкаф открыл, а наш не открыл. Нам повезло. 4 июля 1839 год. Он сферу собрал. Я собрал сферу. Вот это да. Ночью меня разбудил кошмар. Я был весь в поту и дрожал, как осиновый лист. Я пошел выпить чая. Осколки по-прежнему лежали на столе. И тут каким-то образом я понял, как их собрать. Я взял смолу, которую приготовил для склеивания, и соединил их безошибочно. Сфера получилась именно такой, какой я ее запомнил. Смола даже была не нужна. Собранные осколки вытолкнули ее из щелей и соединились сами собой. Древний артефакт теперь лежит у меня на столе. У него безупречно гладкая поверхность и идеальная форма. Все это очень странно. Жесть. Спокойно. Тут уходит. Кладем ящик, что типа мы тут были. Поганые эти червяки. А чё мы ключ-то вообще нашли? Машинного отделения. Он тяжело дышал, пытаясь не сорваться на крик. Медицинский шкафчик был перевернут, лежал на полу. Он протянул руку через разбитую стеклянную дверь. И схватил все успокоительные, какие только смог найти. Тут было так? Йоу. Тут этого не было. Не было части трупа. Или было? Я не помню. Я ни хрена не помню. Так, сюда мы пока не пойдем. Что? Не забудьте сумку. Да нет. Не забуду, Герберт. Вроде бы пустяк, зонтик от солнца, но в пустыне без него долго не протянешь. Выглядит по-идиотски. Лучше быть смешным, чем мертвым, уверяю вас. Это точно. Пришли мы снизу, правильно? То влево нам или вправо? Давайте сначала влево сходим. По очереди будем тут все обследовать. У вас есть поднимающаяся комната. Она отвезет нас во внутреннее святилище. Да. С ее помощью мы легко спустимся вниз. Ты когда-нибудь ездил на лифте? Да, однажды. В Колизее. В Ридженс-парке. Лифт там отвозит на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте ехать чуть дольше. Едет он не вверх, а вниз. Ясно, лифт. Ну, значит, мы сначала сходим туда. Вправо. Узнаем, обследуем, что там. Хранилище. А не отсюда ли я пришел? Странное письмо напугало его, но он был единственным, которого дало хоть какую-то надежду. Не отсюда ли я пришел? Темнота в хранилище какая-то странная и неестественная, ясно.
Будем обследовать все быстро. Пока лампа светит. Масло бы хотя бы дали, а? Раз такая штука. Зажигайте свечи, факелы, это я понял. Это я зажгу. Детали от дрели. Спокойно, спокойно. Нас тут нет. Нас тут нет. Не сходи с ума, пожалуйста. Спокойно. Оборудование. Давай сначала пока сюда сходим. Детали. Пожалуйста, отпустите. Я никому не скажу, клянусь. Я просто хочу домой. Не хочу туда идти. Нет, врач! Оставьте меня! Шесть. Детали дрели. Еще одна. Видимо, нам дрель понадобится. Ну да, деталей явно не хватает. Хорошеночка. Вот нет ничего к дрели связанному. Просто доски, да? Кто-то плачет за стенкой. Буквально за стенкой. Кладем сюда доску, что мы тут были. Зажигаем свечи.
мешки какие-то, не знаю. А, это кирпичи. Взрывчатая смесь. Александр, я приготовил взрывчатую смесь для расчистки стоков. Со смесью следует обращаться в высшей степени осторожно. Постарайся объяснить своим безмозглым слугам, прежде чем действовать. Сами по себе жидкости не взрывоопасны, но их следует держать раздельно во избежание инцидентов. В соседней комнате находятся две большие бочки для ингредиентов. Тебе нужно просто смешать жидкости Агриппа. А в соседней комнате находятся две бочки для ингров, да? Да уж. Ну, это мы уже будем делать в следующей серии. Пока что всем большое спасибо. С вами был Кюхиро Хигаши. Всем пока-пока.